Сегодня утром под колеса отечественной легковушки попала пожилая женщина. ДТП произошло в Сидоровке на улице Магистральной. Пенсионерка переходила дорогу. В это время со стороны улицы Грина двигалась Калина, за рулем которой находилась автоледи 52-го года рождения. В результате аварии пешеход получила перелом основания черепа и была доставлена в БСМП. Пострадавшая впала в кому и сейчас находится в реанимации. По данному факту проводится проверка. Водитель автомашины ВАЗ «Калина» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в БСМП.